Доброе утро, сэр. Доброе утро. Какие новости? Ничего особенного, сэр. 3 убийства, 107 мелких ограблений, землетрясение в Нижнем Какаду и... это... летающая тарелка над городом, сэр. А что нового на вашей улице? Нового? На нашей улице. Ну, скорее. На нашей улице. Еду, мистер Вилкинс. Я жду вас. Ну, скорее. Мне всю ночь не терпелось узнать, чем кончится эта история с проницательным Биллом. Во вчерашнем номере Билл, бесстрашный сыщик, узнает, что похищенные бриллианты находятся у неизвестной леди. Надеюсь, вы узнаете ее имя, мистер Вилкинс. Благодарю вас. Эдди, мой мальчик вышел без пальто. Эдди, Эдди, не подходите к этим ужасным уличным собакам. Эд, домой. Доброе утро, миссис Ларк. Доброе утро. Посмотрите на это чудовище. Я уже не говорю о его родословной. Наполовину пудель, наполовину эрдель. Причем обе половины худшие. Вот ваш собачий вестник с результатами вчерашней выставки, миссис Ларк. Благодарю вас. Эдди, сколько раз я вам говорила, не дружите с этими уличными собаками. А ты пошел вон, плохой. Стой, кто идет. Доброе утро, адмирал Бум. Прилетели? Слава богу, пока нет. А тарелка над городом? Газеты высказывают мнение, что возможность прилета инопланетян пока... Плевал я на их мнение. Если есть возможность, значит, существует и опасность. Опустите ваши глупые газеты в ящик. Слушаюсь. Стойте! Какая погода на поверхности? Прохладный восточный ветер усиливается, адмирал. Опять приборы врут. Лопни, моя селезенка. Доброе утро, мистер Робертсон. Вы сочиняете новую песню? О чем на этот раз? А вот послушайте. Эй, ты, гнусная няня Кэти, ты ушла и остались без няни дети. Шум, гам, вопли кругом, а там становится без няни дом. Ну, дальше там я ее обличаю. Но это я еще не сочинил. Сочувствую. Это ведь ваше объявление в утренней газете. Джейн и Майкл Бэнкс, не говоря уж их маме и папе, я бы прибавил дяди. Да, дяди. Нуждаются в самой лучшей няне или воспитательнице с самым маленьким жалованием и немедленно. Да. Надеюсь, вам недолго ее осталось ждать. Самой лучшей няне с самым маленьким жалованием обращаться Вишневая, дом 17. Да, все верно. Теперь только остается ждать, когда в нашей калитке соберутся толпы нянь, желающих получать самое маленькое жалование. Если мы не можем предложить им самое большое жалование, то лучше писать правду. Да. Пока если в нашей калитке собираются толпы, то лишь для того, чтобы поглазеть на твоего бездельника братца. Ты не смеешь называть его бездельником, он сочиняет песни. Ему нужны покой и уединение. И я лично его понимаю. Папа, а что еще пишут про летающую тарелку? Возможно. На вашем месте я глядел бы лучше в своей тарелке. Не совал носы куда не следует. Боже мой. В Нижнем Какаду опять землетрясение. Если бы тебя так же волновало, что дети остались без няни. Но я купил акции Какаду Апельсиниум Компани. Кажется, у меня начинается стресс. Конечно, тебя вопросы мировой экономики не интересуют. С меня хватит необходимости экономить дома. Если бы вы не тратили уйму времени на вашу лигу женщин Вишневой улицы, я уверен, вопрос няни не стоял бы так остро. По-вашему, мы, женщины Вишневой улицы, должны мириться с тем, что адмирал Бум... Адмирал Бум не такой уж дурак. Надежное укрытие от инопланетян наш космический век. Это не роскошь. Да-да. Я умоляю, Жорж, что ты еще задумал? Ничего.
Ничего, кроме того, чтобы пойти на работу, делать деньги, дорогая. Папа, ты обещал нам рассказать, из чего делаются деньги. Пусть лучше мама расскажет вам, куда они исчезают. И вообще, допили молоко, марш в детскую играть. Вы слышали, что он сказал, отец? Марш в детскую. Джейн, иду. Возникло голубоватое свечение на стене, после чего объект исчез. Сэр Тимоти Грин из газеты «Обсервер» скептически улыбнулся на это и заметил, что людям вообще свойственно выдавать желаемое за действительное. Мне же остается добавить, что восточный ветер усиливается, ночь будет прохладной, а завтра с утра ожидается дождь. Как остроумно заметил Наум Ноллис Таймса, непогода нынче в моде. Но не будем огорчаться, а лучше подумаем-ка о своем здоровье. Итак, утренняя гимнастика для всех. Jog again. It's one way to keep warm, Selena, isn't it? First thing in the morning. Okay, let's stretch a bit. Stretch. It's a bit difficult on this incline, I do agree. Never mind. Nice stretch. Waking up. Сыграем морской бой. Вчера играли. Ну что там новенького? Адмирал Бум чистит свой перископ и ругается. Наверное, говорит, лопни, моя слезенка. Не слышно. Миссис Ларк вышла в сад, а дядя Роберт залез в палатку. Майкл, что это? Мне кажется, это была она. Кто? Тарелка. Помнишь, папа говорил, они всегда светятся. Смотри! Мое имя Мэри Поппинс. Да. Прошу, вы увидите, они очень послушные ребятки. И с ними не будет никаких хлопот. Я надеюсь, у вас есть рекомендация профсоюза нянь? У меня правило. Никаких рекомендаций. Ну, мне кажется, все люди состоят... Весьма старомодные обычаи, по-моему. Совершенно устаревший и несовременный. Прошу, детская наверху. Джейн, Майкл, познакомьтесь, это ваша новая няня Мэри Поппинс. Надеюсь, все улажено. Почти. Если, конечно, мне это подойдет. Мы вам подходим. Майкл, веди себя прилично. Я принимаю ваше предложение, миссис Бэнкс. Я принимаю ваше предложение, миссис Бэнкс. И можно было подумать, что она оказала нам большую честь. А почему бы и нет? Тысяча чертей! Антарктический банк лопнул. Опять плакали мои денежки. Я это знал! Я знал это! Кажется, у меня стресс. Когда ты был простым клерком, мы жили и ничего не боялись. Но должно же человеку когда-то повезти.
Мистер Бэнкс, остановите бубниловку, если это вас не затруднит. Я лично предпочитаю живую музыку. Как это живую музыку? Все в свое время. Именно живая музыка доставляет мне истинное удовольствие. Как, надеюсь, и вам. И прошу впредь запомнить. Никакой просьбы Мэри Поппинс не повторяет дважды. Ну, конечно, она прилетела на тарелке. Я сразу понял. Вы гуманоид. То есть вы так странно пришли, нам показалось, вас принесло ветром. Так и есть. Понятно? А, понятно. Кстати, о живой музыке. Пианино фирмы мадам Корри. Начало века, модерн. Но это не отменяет вашей обязанности допить молоко. Правда? Вы от нас не уйдете? Еще одно слово из этого района, и я позову полисмена. Мы только хотели сказать, мы уверены, что вы долго-долго будете с нами. Хм. Останусь. Останусь, пока ветер не переменится. Хорошо. Даже прекрасно. В природе происходит год от года. Непогода нынче в моде. Непогода, непогода. Словно из водопровода льет на нас с небес вода. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя
укрыться нам, но охламивать жизнь никак нельзя. Никуда, никуда, но знай, что где-то там кто-то ищет тебя среди дождя. Громогрозные раскаты от заката до восхода, за грехи людские плата, ни погода, ни погода, ни ангина, ни простуда, посерьезнее беда. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя укрыться нам, но откладывать жизнь никак нельзя. Никуда, никуда, но знай, что где-то там кто-то ищет тебя среди дождя. Никуда, никуда, но знай, что где-то там кто-то ищет тебя среди дождя. Майкл! Майкл! Чего-то не хватает. А, знаю! Вон там стояло пианино. А может, оно нам приснилось? А раскладушка? Джейн! Смотри, пианино. А раскладушка тоже здесь. Мэри, Мэри Поппинс, как здорово, что вы не ушли. А мы думали, вы нам приснились. А ваша раскладушка? Где же вы спали этой ночью? На такие вопросы леди не отвечают, потому что джентльмены их не задают. Эй! Мистер Эй, возьмите, пожалуйста, мою раскладушку и отнесите ее в детскую. Вы мне? Но разве я недостаточно ясно сказала? Эй, мистер Эй. Пожалуйста. Но меня зовут мистер Роберт Робертсон. Правда? Ну, теперь уже ничего не поделаешь. Если я один раз назвала вас мистером Эй, придется быть мистером Эй. Осторожно. Я сплю только на этой раскладушке. Доброе утро, мисс Поппинс. Доброе утро. Скверная погода, не правда ли? Для кого как? Ну, во всяком случае, для того, кто экономит бензин и ездит в офис на велосипеде. А, Мэри, дело в том, что я ужасно спешу на заседание Лиги женщин Вишневой улицы. Дети одеваются, вы накормите их. Да уж голодными не оставлю. Если бы вы еще были так любезны, купить кое-что. Может быть. А может быть и нет. Во всяком случае, покажите мне, где коляска. А, продуктовая коляска. Ой, вы знаете, мой брат, он так рассеян. И вчера принял ее за кресло. Я говорю о старой коляске Джейн и Майкла. И никакая другая меня не интересует. Кстати, она здесь, в кладовке. Да? Да, действительно. Но я не понимаю, зачем... Прекрасно. Самая подходящая коляска для покупок. Можете идти. Эй! Могу я узнать, Мэри Поппинс, почему вы меня назвали мистером Эй? Мне нравится, как ты разговариваешь с родным дядей. Не забудьте выключить газ под большой кастрюлей, иначе останетесь без обеда, мистер Эй. О, миссис Кларк, я вас умоляю. Боже, он опять пропал, мой мальчик. Надо немедленно вызвать полицию и сообщить пожарную охрану. Бедная, бедная миссис Кларк. Вот он, около адмирала Бума, миссис Кларк! Смотрите, смотрите, смотрите!
есть эта ужасная лохматая собака. Пошел, пошел, пошел. А вы, Эдуард, немедленно домой. Как вы могли так уйти совсем один и без пальто? Я вами очень недовольна. Вы не жалеете меня, Эдуард? Немедленно домой. Он говорит, что не собирается возвращаться домой. А откуда вы знаете, что говорит моя собака? Позвольте вас спросить. Он сейчас же пойдет домой. Он не пойдет без своего друга. Как он может подумать, что я впущу это лохматое чудовище в свой сад? Но он говорит, что так решил. Что? И это после всего, что я для вас сделала, Эд. Ну, хорошо, хорошо. Я на все согласна, но отныне, Эдуард, моя жизнь разбита навсегда. Навсегда. Ах, решено. Я буду звать эту собаку Шариком или Бобиком. Нет, его имя Варфоломей. И никак иначе. Варфоломей? Этого не хватало. А что он еще говорит? Ну, он говорит, что вернется только при условии, что вы никогда не будете его заставлять носить пальто. Это его последнее слово. Да. Но если вы простудитесь и будете чихать, Эд, пеняйте на себя. О, прошу вас, прошу. Какая очаровательная мисс появилась на нашей улице. 2 фунта сосисок высшего сорта и побыстрее, пожалуйста. Мы торопимся. Торопитесь. А жаль. Очень жаль. А я надеялся, что вы побудете у нас немножко. Мы побеседуем о том, о сём. Не правда ли? Вы знаете, наш брат мясник любит, очень любит компании. А что мисс делает сегодня вечером? Два фунта вы сказали, ля-ля. Конечно, высший сорт. Ха-ха. Будьте любезны, будьте любезны, будьте любезны. Ха-ха-ха. То, конечно, для вас, конечно, для вас, конечно, для вас, конечно, 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 для вас, 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 конечно, для вас. Это скверная погода. Ах, этот восточный ветер, похоже, лето совсем уж не будет. И в сущности не было его. У вас ведь тоже нет цветущий вид. И это никогда. На себя посмотрите. Не удивит. Я тут кое-что услышала от человека из мясной лавки. Кто от шпильки до булавки, кто от туфелек до шляпки, элегантность сама от меня без ума и весьма почтенный джентльмен седой и мальчишка любой. И когда легко и просто выхожу на перекресток, 100 авто
автобусов ряд неподвижно стоят и гудят машины. Красоте салют. Леди, как вас зовут? Мэри. Леди Мэри. Мэри. Леди Мэри. Вы само совершенство, вы само совершенство. От улыбки до жеста выше всяких похвал. Ах, какое блаженство, ах, какое блаженство. Знать, что я совершенство, знать, что я идеал. Лучше, чем микстуры, и легко без затей, лучше разных врачей всех людей спасает летом и зимой, лишь улыбкой одной. Дети могут стать взрослее, только я не постарею. И опять буду все вспоминать и мечтать о встрече. Пусть пройдут года. Совершенство, вы само совершенство, от улыбки до жеста выше всяких похвал. Ах, какое блаженство, ах, какое блаженство, знать, что я совершенство, знать, что я идеал. Мэри, леди Мэри. Я гашу свет. И часто вот так. Что значит так? Ну, часто вот так пляшете. Пляшу? Будь любезен, объясни, что ты хочешь этим сказать. Но ведь мы сами видели. Что? Видели, как я пляшу? Видели. Да как ты смеешь? Да будет тебе известно, что я не пляшу, а танцую. Я закончила балетную школу. На острове Тарабар. С отличием. Класс мадам Кори. Надо же выдумать пляшу. Thank you.
надеюсь, вы хорошо выспались. А теперь приступим к музыкальным занятиям. Включайте. Надумали, Бэкс, хвалю. По моим сведениям, заслуживающим доверия, они прилетают в самое ближайшее время. Был рад воспользоваться вашим советом, адмирал. Начинайте. Давай! Что здесь происходит? Остановите! Останови! Доброе утро, миссис Бенц. Я Боб Гудетти из Westcrot Company. Мой ассистент. Через мой труп. Миссис Бенц, мы как раз делаем все, чтобы вы не стали тем, что вы сказали. Учитывая возможность космического вторжения. Бункер класса четверть люкс. С телефоном, санузлом, газом. Запас продовольствия на 8 лет. При условии умеренного рациона, разумеется. На какие деньги, несчастный? Безопасность дороже денег. Браво, Бэнкс. Хвалю. Эй, Бум! Ваши происки! А до тебя, бунтовщик, я еще доберусь. Милитарист. Тунеядец. Сегодня мы возьмем пробу почвы, мистер Бенц. Запуск! О, мистер Бенц, неужели вы обнаружили нефть, а? Я не вмешиваюсь в ваши дела, мистер Бенц. Но я требую, чтобы вы не мешали нашим занятиям. Мистер Бенц, вы собираетесь бурить скважину? Нет, это совсем другое. И все же учтите, мистер Бенц, если вы собираетесь бурить скважину и обнаружите нефть, вы можете стать членом организации экспортеров нефти. Что будем делать, мистер Бенц? Если вы не хотите подумать о покое семьи, то подумайте, по крайней мере, об окружающей среде. Не бойся, сестра. Я с тобой. Так что же делать, мистер Бенц? В конце концов, кто хозяин в доме? Вы. Будете здесь, рядом? Да. Уберите идиота. Доброе утро. Эй! Это вы, Мэри Поппинс? Вы, по-моему, единственный разумный человек в этом сумасшедшем доме. Неужели вы верите во всю эту чепуху с инопланетянами? Скажите свое слово! Мне кажется, что Земля сегодня холодная, сэр. А, значит, вы тоже заодно с ними. Эй, вы! То есть вы с ними или с нами? Я с детьми, сэр. И мы идем гулять в парк. А на вашем месте, мистер Эй, я встала бы с Земли. Какой пример вы подаете племянникам? Не нарушать правил, бросать мусор в урны. Банки не сорить. Не сорите словами, сэр. Покойный лис сегодня веселый,
А мистер Вилкин сидит на любимом месте Мэри Поппинс. Ну что ж, я пройду в беседку. Послушайте, мистер Вилкинс, я не успел дочитать про Билла. Простите. Простите, вы что-то сказали? Конечно, сказал. Я хотел прочитать до конца и узнать, зачем проницательному Биллу понадобился отмычка. Извините, никак не могу. Я всегда читаю до 4, чтобы спеть домой к чаю. Тогда, может быть, вы одолжите мне ваш журнал? Не лей, я могу рассказать тебе про Билла. Правда, Джейн? Да. Нет, я все-таки одет, обут, а бедному молодому джентльмену, наверное, холодновато. Я отдам ему журнал. Не огорчайтесь, мистер Уилкинс. Через неделю серия про Билла пойдет по телевидению. Никогда! Я категорически против экранизаций. Спасибо, мистер Уилкинс. Так вот она какая вода. Прохладная и легкая. Ах, люди, какие вы счастливые, что можете ходить по земле каждый день. Джейн, как хорошо. Я бы сказала, возмутительно. Добрый день, Мэри Поппинс. Кто разрешил сойти тебе вниз, позволь спросить? Никто. Мои ноги сами спрыгнули, Мэри Поппинс. Но тогда им лучше всего немедленно вспрыгнуть обратно. Как не стыдно. В нечетное число, когда Сатурн почти не виден и не слышно лая гончих псов, чему вас учили? Мэри Поппинс, ну позвольте ему немножечко побыть с нами. Совсем немножко. Ведь это, наверное, так тоскливо стоять одному и ни с кем не разговаривать. Ну, Мэри Поппинс, ну, пожалуйста. Эдуард! Ой, что с вами? Что за дикие телодвижения? Немедленно поднимитесь с грязной травы. Немедленно поднимитесь. Это все твое влияние. Все ты, Люмпин, полукровка, гнусное чудовище. Успокойся, Эдуард. Варфоломей. Вышли на минутку пройтись перед чаем. Такой дивный день, и собаки настаивали. Боже милостивый, что я вижу? Бессердечный, злой мальчишка! Зачем ты мучаешь бедную рыбку? Немедленно отпусти рыбу туда, где ты ее поймал! Боюсь, что это невозможно. Угу. Это слишком далеко. Далеко или близко, безразлично. Нельзя мучить беззащитных животных. Я иду и расскажу все констеблю. Варфоломей, что за прыжки? А, какая скандальная собака. Ты невозможен, Варфоломей. Что он говорит? Он говорит, что он очень недоволен. Он требует, чтобы вы обращались к нему на «вы». Я немедленно иду жаловаться премьер-министру. Милей, у тебя есть еще 10 минут. А потом? Это живая музыка. Правда, Мэри Поппинс? Мисс Джейн, я не знаю, будет ли когда-нибудь еще у меня такой прекрасный день, как сегодня. Но я знаю точно, что никогда не прощу себе, если не осмелюсь сейчас пригласить вас на вальс. Я буду счастлива. Майкл, прошу тебя, как товарища, подержи дельфина. Спасибо. Mm.
танцевать вальс. Тогда зачем же ты пригласил меня? Ну что ж, давай просто погуляем. Благодарю вас. Откуда ты знаешь Мэри Поппинс? Она дружит с моим отцом. А кто твой отец? Где он живет? Он далеко. Он стоит на скале у моря, держа свой трезубец, и трубит в рог. А рядом с ним сидит моя мать и расчесывает волосы. И чайки весь день кружат над ними, бросая крылатые тени на их мраморные тела. Как красиво. Но почему же ты расстался с ним? Я не хотел этого. Но что мы с статуей можем поделать с людьми? А как ты попал в наш сад? В ящики. Мы всегда там путешествуем. Мы нужны и в парках, и в музеях, и в садах. И вот нас покупают и отправляют в посылках. И никому не приходит в голову, что нам иногда может быть тоскливо. Милли, я люблю тебя. Я хотела бы, чтобы ты всегда был с нами. Я тебя тоже люблю. Но я не могу. Я должен вернуться на место. Я понимаю. Привет, Мэри, как здоровье, не болит ли поясница? Ну, какие будут новости? Ужасно голоден, не найдете ли чего-нибудь вкусненького? Осторожно, для старого друга. А спасибо. Брось, девочка, нет времени на эти церемонии. Целый день совещаний, осторожно, консультации, переговоры, дискуссии. Многое надо решить, многое перебить. Ну, помолчи, трещишь хуже воробья. Ты оттуда? И со срочным точным предписанием Новой Зеландии пару ужасно несносных близнецов. Когда? Ветер переменится в полночь. Ну, девочки, мне пора. До встречи. До встречи, старый болтун. Ветер переменится в полночь. Хорошо. Просто удивительно. Почему люди не летают? Я тут ни при чем, констебль. Не трогал я его и даже не приближался. Здор, Смит, за статуи в парке отвечаете вы. И никто другой не мог этого сделать. Всю жизнь мне не везло. С тех самых пор, как я был мальчиком. Послушайте, констебль. Мы зря теряем время. Сначала я должен искать голову мальчика, который мучает несчастную рыбу. Треску или что там сказал миссис Ларк? Скумбрию. Тем более. А теперь мне сообщают, что самая ценная статуя исчезла с пьедестала. Я вами недоволен и удивлен. Я вам доверял. А вы вот как вы отплатили за мое доверие. Силы небесные. Ах, Смит. Что же вы мне раньше не сказали? Это же блестящая мысль. Ну, теперь-то зачем прикидываться? Леди и джентльмены, я был несправедлив к бедняге, но он доказал, что он не только образцовый сторож, но и художник. Он снабдил статуи мальчика мраморной книгой. Превосходно. Мы обязаны поощрять стремление молодежи к знаниям. А рыбу... Рыбу можно убрать вообще при дальнейшей работе. Ну-ну. Хватит сердиться, дорогая. Когда мы с тобой решили пожениться, ты сказал мне, либо дом полная чаша, либо двое хорошеньких ребятишек. И ты разумно согласилась. Теперь у нас есть и дом, и двое хорошеньких ребятишек. Чего тебе еще не хватает? Зачем ты вечно гоняешься? Ну, все зачем-нибудь гоняются. Это и есть жизнь, не так ли? А может быть, все неправильно живут? Все не могут жить неправильно. А мы не хуже всех. И вообще, это детские разговоры. Бери пример с Мэри Поппинс. Вот кто спокоен и невозмутим. Не будь она нашей служанкой, я бы подумал, что это сама леди совершенства. К тому же с таким маленьким жалованием.
интерес. Что тебе интересно? Интересно, случилось бы все это, если бы вас с нами не было? А мне интересно, когда ты перестанешь интересоваться тем, что тебя не касается? Шагом марш в постель. Интересно, кто я такая? Тоже мне вопрос. Ты Джейн Бэнкс? А Майкл Бэнкс? Правда, Мэри Поппинс? Может быть. Откуда я знаю? Я не справочное бюро. Оружие? Живо под одеяло. Ничего такого не сказала, она опять сердится. Прошу заметить, сэр, я никогда не сержусь. У меня королевское терпение. Просто я не люблю, когда в людей стреляют из-за угла. А я сегодня такая добрая-добрая. Как жаль, что этот день кончился. Все когда-нибудь кончается. Кроме вас. Ведь вы от нас никогда, никогда не уйдете, правда? Хорошенькая у меня будет жизнь, если я всю ее потрачу на вас. Интересно, поверили бы нам, папа с мамой, если бы мы им все рассказали? Что это все? Ну, все. И про Нелея, и про Эдуарда с Варфоломеем. Только они не поверят и ничего не узнают. Когда-то они все знали. Как? Вы хотите сказать, что они знали все? И что Нелей живой, и что можно летать. И понимали, о чем говорят собаки. И что живой, и что летать. И язык зверей и птиц именно так. Когда-то. Тогда почему они это все забыли? Потому что они стали старше. Вот так так. Тем не менее, это так. Я гашу свет. Но ведь вы тоже взрослая. А все понимаете. И ничего не забыли. Я? Я не такая, как все. Я редкое исключение. Я вне конкуренции. Я леди совершенства. Ладно уж. Еще несколько минут. В порядке исключения. Но одно условие. Вы будете спать и видеть хорошие сны. Все, что было много лет назад, сны цветные бережно хранят. Снов волшебный хоровод взрослых в детство за руку ведет. Сны, где сказка живет, среди чудес. Сны, где можно достать звезду с небес. С небес. Счастлив тот, счастлив тот, в ком детство есть. Детство наше давно прошло, прошлой жизни буква. Лето, осень, зима, и нет весны, но хранят у весны тепло, но хранят у весны тепло наши детские сны. Детских снов чудесная страна. Людям всем достаточно нужна. Только жаль,
взрослеем мы, редко снятся те цветные сны. Сны, где сказка живет среди чудес, сны, где можно достать звезду с небес, небес. Счастлив тот, в ком детство есть, детство наше давно прошло, прошлой жизни буквально. Лето, осень, зима, и нет весны, но хранят той весны тепло, но хранят той весны тепло наши детские сны, наши детские сны. Добрый вечер, Мэри Поппинс. Вы прекрасно пели. Я? Советую не забывать вам, мистер, что я приличная девушка. И пою только по утрам. А, значит, мне показалось. Знаете, я уже давно собирался с вами побеседовать, Мэри Поппинс. Вы не очень спешите? Ужасно спешу. Но, впрочем, это зависит от ветра. От ветра? А, вы правы, холодает. По-моему, пора перебираться в дом, мистер Эй. Осень идет. Горят палатки. А, да, понятно. Значит, и вы считаете меня бездельником? Наоборот. Вы мне очень нравитесь, мистер Эй. Вы ведь тоже любите живую музыку? Живую? Ну, ту, которую не включают. А, понимаю. А вот некоторые песни ваши, ну, как вам сказать? Но мне ужасно не нравится, как живут некоторые люди на Вишневой улице. Я хочу об этом им рассказать. А вам никогда не приходило в голову, мистер Эй, что люди сами иногда об этом догадываются? Да, ну а что же мне делать? А может быть и вправду пора что-нибудь делать? Ну вот и мне пора. Прощайте, мистер Эй! Не забывайте, что я вам сказала о племянниках! Конечно, делать. Именно, как я раньше не догадался. Вы чертовски правы, Мэри, делать. Только как это делается? Жаль, Мэри, что вы не увидите, как я сейчас выгоню эту машину из дома и сброшу ее в первый овраг. Чертов гробокопатель. Только тот, кто делает, свершает. Докладывает пост 107.
Пожар. Вишневая, 17. Сбор всех частей. Я доклад сразу все понял. ОС 107. Не хуже пожар Загинного пила. Вишневая, 17. Мистер Бернс, отбор второстепенный. На своем участке. Пожарные вызваны. У вас имеются ведра, багры, топоры. Откуда же эти вы? Поздравляю. Поздравляю, мистер Бернс. Это большая удача. Это... это не нефть, это газ. Газ? Газ? Не огорчайтесь, миссис Бэнкс. Газ даже лучше, чем нефть. Часто в жизни бывает так. Ищешь ягоду, а находишь гриб. Гриб, то есть газ. Это даже лучше, чем нефть. Вы проложите газопровод через мой участок. И вот тогда вы сможете вступить в организацию экспортеров нефти и газа. Дорогая, неужели мне наконец повезло? Маленький пожар. Тихо, тихо. Мы с вами играли в морской бой. Ура, Джейн, смотри, у нас в доме пожар. Ура. А где Мэри Поппинс? Джейн, а где пианино фирмы Мадам Кори? А раскладушка? Ветер. Ветер переменился. Значит, она ушла. Она сделала так, как сказала. Останусь, пока ветер не переменится. Слава богу, вы здесь. А мы тут в морской бой играли. Мама, она ушла! Кто? Мама, от нас ушла Мэри Поппинс! Бросить нас в такую минуту! Какой эгоизм! Никогда больше не приму эту бессердечную девчонку обратно. Никогда. Мама, ты очень злая женщина! Дети, как вам не стыдно? Я хочу только Мэри Поппинс и больше никого на свете! Где у вас тут пожарный кран? О, Господи! Да уж, конечно, не в детской. Смотрите! Ой! Это она. Это ее портрет. А здесь что-то написано. Au revoir, Мэри Поппинс. Эй, а что это такое, au revoir? По-моему, по-французски. Кажется, прощайте. Нет. До свидания. Точно, до свидания. Значит, все в порядке. Значит, она вернется. Она всегда делает то, что говорит. О, мистер Бэнкс, да, вам срочная телеграмма. Вот. Конечно, поздравления. Быстро. Ответ будет? Нет. А на чай? Тем более. Что это за отвратительная манера приносить печальные вести в такой счастливый день? Отбой.